Давайте постоим, посвистим, яркое. Сейчас прилетит. Справа, по-моему, где-то свистел. Слышали? Моя снегири еще. Да, блядь, достали бы. Ветром бы подул, что не видите, видите? Я как? Лосиные следы, видите? Нет, трещина. Там уже основное русло будет сейчас. А так сейчас пройдем. Свежих следов боброзавров незаметно присутствует. Здесь вот осинка сваленная, что ли, боброзавров, что ли. Осенняя, блядь, ребятки. Зимняя, скорее всего, ребята. Так что бобр здесь есть, как обычно. Видите, ребятишки? Хотя нет, это осенняя.
уже заветренная нахуй. Вот. Такие вот дела. Палочка плавает, блядь. Здесь один раз был. 8 штук домой принес и одного утопил. Ближе, ближе, подходите. Он туда попал. Иди поближе, поближе. Я его не видел, волна его, да? Туда пошел. Сейчас я посмотрю здесь. Еще вон там, где пихты растут, там лука получается стоять надо. Вот все время туда приду, и там они всплывают на этой речечке. Бил бобров я здесь. Кто был свежий или осенний? Ну дождем не залито. В смысле залито. Да? Где? Там? Но она грызена. Я говорю, они здесь всегда есть. Но вода здесь упала, видать. Да это залив просто. Лужа как бы. Лука. У меня там капкан стоял. Подходили. Я и говорил, страшно было проезжать. Такая. Видите, резко перелетел. Другой он там, а это здесь. Это куда прямо вот за эти сломанные березы?